Капучино и два латте с ванильным сиропом. Два латте с ванильным сиропом. Да. Так вот начало вообще, я аж прям не был предупрежден. Ну, мы в Макдональдс приехали. Ну, в смысле, вкусная точка, извините. Бюджет 30 тысяч. Стиль Дрей. Класс. Открывайте. Сейчас будем пытаться. Поместится? А здесь поместится? Ну вот так вот только если. Или сейчас с открытой поедешь? В смысле? Жесть, нам придется с открытым багажником ехать, походу. Не помещается полностью. Ну что? Ну, Volvo меньше, чем Skoda. Я не знаю, что делать. Сейчас я посмотрю, чисто теоретически, сколько надо подвинуть, чтобы он влез. Так и твое надо двигать, а ты как поедешь? Вот так, как человек, который только права получил, знаешь, вот так. Ну, блин, мне кажется, это лучше, чем с открытым багажником, как-то стрёмно-то. Ну, да. Его ж надо как-то привязать, а чем нам его привязывать? Тут причем, говорю, тут вот столько, это пенопласт. Пенопласт. Да. Ну, то есть, теоретически, если его достать, он... А, и будут битые пиксели. Да, вот тонкий. Холодно. Ну ты сядь и подвинь так, чтобы тебе было более-менее комфортно. Друзья, ну у Skoda Octavia оказалось чуть больше, чем Volvo по багажнику, именно по длине. И так получилось, что у нас немножко приоткрыта дверь пятая. Можешь показать, я надеюсь, там видно, что есть зазор. Нет, особо ну, не Ну ты видно. Можешь приблизить. Я понимаю, я даже на телефон когда снимала, там не сильно заметно, но там, да, есть небольшая эта щелочка. Как-то так едет. Багажник приоткрыт. Ну, а я вам не рассказывал, мы просто новый телек купили и поставим его в гостиную. А тот мы, который вот старенький, на LG, кронштейн. Да, мы на кронштейн в спальне повесим, и у нас получается два телека. Удобненько. Угу. Ну, я опять же Samsung взял почти такой же, как у меня в Медведках, 4К. А чем он отличается? А тот просто модель 19 года, а этот 21 года. Mm. А так, в принципе, ничем. Тот же набор функционала, тот же звук. Угу. Просто он стал чуть дороже, потому что, ну, цены подросли и как бы все. Ну, то есть каких-то прям супер моментов, которые прям можно сказать, что... Я, может быть, что-то нажала? Я реально что-то зажала. И что? Я не знаю, ты посмотри, оно все белое. А дальше я уже вот так дотащу по кафелю, он же не будет тереться. Вот. Вот тебе не пойдет? Да, да. Ой, я только выпущу. Ага. Спасибо. Все, спасибо. Ой, да господи, не за что. Все. Дома. Еще туда какая огромная коробка. А туда я сам. Ребят, ну зацените, какая коробка огромная. Все, мы все сделали. Девчонки мне помогли. Мы его сейчас устанавливаем, настраиваем и будем смотреть какой-нибудь фильм. Тут, конечно, надо было в сравнении с старым телеком показать. Ну, вот его кусочек вон стоит. Как бы он прям сильно больше. Ну, давай я коробку уберу. Смотри. Ну да, в принципе, визуально видно, да. Я с этим телеком. Я с вот этим телеком. Друзья, ну все отлично. Телевизор установил, картинка нравится. Все супер. А тот телевизор, который у нас до этого стоял, мы его повесим в спальню. То есть на кронштейн. И сейчас как раз гоняем в онлайн-трейд для того, чтобы его купить. Не знаю, почему я не сообразил вчера его сразу взять. Ну, заодно прокатимся, кофейку попьем. Тачку я опять в жопе мира поставил, потому что вчера приехал поздно очень. Мама была в гостях. Ты куда, Катюх? Не, все, она здесь. Видишь, мне пришлось на лужу заехать. Я тут вчера немножечко, видишь, да, вот этот кроссовок. Вот, это я вот в лужу попал. Ну, ночью ничего не видно, тут ни одного фонаря. Поэтому вот она, зараза, которую я наступил вчера. Рядом, смотри, машина, а? За тобой, а,
точно. Это там, где мы тушеночку берем. А это оно? Да. Разве ну вот, ребята, брянские мясо. Нет. Почему? Царь мяса оно называется. Да? Ты уверен? Ну, кажется. Не уверен. Не, не уверен. Короче, может быть, мы вас спутали. На улице противная погода. Вы, наверное, не видите, но капает такой моросящий дождь. Ну вот, в принципе, на лобовухе видно. Прям такой мелкий-мелкий противный. Да, ну как не сильно холодно? 13 градусов для... Ну, она практически точно. Там разница в 1 градус обычно. Ну вот 13. Не-не-не, она четко пишет. Если даже кажется, что супер жарко или супер холодно. Мы садимся в машину, там ну, одна цифра, а потом мы едем, и она немножечко меняется. Ага, надо еще кнопку нажать, или мы ставить будем. В общем, я взял кронштейн. Вот такой, называется UT4, компания Ancron. Это ровно то же самое, что я брал для своих мониторов. Он подходит для телеков до 100 дюймов. И я, кстати, ошибся. На нагрузка максимальная 75 кило. А сколько надо? А сколько надо? Ну, у нас телек весит 28. О, прикольно. Ну, до 100 дюймов. Угу. И вот такую приставочку от Xiaomi взяли. Mi Box S. Дело в том, что телек у нас 4К. А Apple TV там стоит старенькая, она только Full HD. У меня сок падает, помоги. Сок падает? Да. Спасибо. Вот. И новую Apple TV покупать не хочется, потому что дорого. А у мамки как раз там 4К-шная осталась. И Samsung вот эту штуку присоединил. А тот старенький Apple TV как раз LG. Просто аэропорт рядом, если вдруг кто-то не знает, то смотрит. Да, только ничего не видно. Еще затуманено. Вообще не видно. То есть белое небо. Вот, поэтому у нас будет нормальная картинка. Киношки будем 4К смотреть. И самое главное, недорого. Блин, оно стоит 5 косарей. А Apple TV сколько сейчас стоит? 30, 25, я не знаю. Ну, дорого, в общем. Ну и мелкий дождь превратился в сильный. К сожалению, будет лить до конца дня. Давай возьмем. Вдруг вкусное. Это только вот эти 4, остальные не российские? Ну, написано отборные 4 штуки. Не, ну, в принципе, можно какие-то 18 российские рублей взять. 4 яблока. Дорого? Ну, можно подешевле какие-то взять. Вон есть яблоко «Слава победителям», «Медовый хруст». Мне кажется, они просто локальные, и даже есть «Антоновка». Вот она, шарлотка, и это самый прям топ. Ну, возьми там 3 яблока таких, 3 таких. Чё такое? Да, Люс. Ну ладно, ничего страшного. И как раз поймем, какие вкусные. А я пойду лимонадик выберу. Но он рядом. Чё, побольше взять? Сколько ты пьёшь? Ну ты-то тоже будешь? Ладно, возьму штучки 3. Давайте я вам покажу, что мы в итоге во вкусвилле взяли. Вкусненького, ну, условно вкусненького. Сыр вот такой, сметанковый. Хлебушек новый. Так, идем дальше. Штука, которая нам до сих пор не надоела. Это грудка индейки. Вот это офигительная колбаса. Так, дальше. Сушки малышка простые. Но это уже тоже классика. Яблочки, Антоновка. И слава победителям. А, ну и лимонад. В принципе, тут 3 лимонада, 1 тархун и вот такой маленький гранатовый напитчик, который тоже очень вкусный. Все, сейчас буду настраивать приставку для телека и не знаю что, смотреть что-то. Плюс мы уже просили ребенка. Ну что, друзья, мы все настроили, все работает отлично, поэтому сейчас будем выбрасывать коробку. Ну вот, как бы представляете, да, насколько она здоровенная. Вот Катюшка рядом. Дай-ка я с той стороны покажу. Она реально весь коридор занимает. Просто огромнейшая какая-то. Пойдем к телеку, тебя еще запишу. У Кати рост 1,64 примерно. Или 63. Ну... Вот, как-то так. Наверное, просто, может быть, я сейчас через маленький экранчик смотрю, кажется, что ну, нет никакой разницы по сравнению с тем, но... Не, я когда вот этот первый раз включил,
Вообще как будто в кинотеатре. Предыдущий телек таким малюсенький теперь кажется. Надо еще саундбар купить и вообще пушку. Покажи, что ты телек поставил в комнату. То, что мы его повесили на кронштейн. Да, я об этом словами говорил, но сейчас еще картинкой покажу. И завтра брат приедет и все подвесит. Я-то без руки. Не факт, что он подвесит. Нам же нужно покупать провод. Сам приедет, пусть разбирается. Он вряд ли завтра подвесит, мне кажется. Да, саму приставку вот эту к Xiaomi, вот она стоит, я поставил. Все отлично, теперь контент в 4К можно смотреть. Я, собственно, врубил демку. Мы смотрим Магикяна, там, где качество просто... Там качество... 240. Там 360p, полное дерьмище. Но зато я Доктор Стрэндж вчера врубил. Пока ты там мылась, офигительно. Mm-hmm. На, в 4К прям огонь. Давай, Екатерина. Блин, витрина поднялась. Он как парус. Такая ты смешная. Ну что, на пролом пойдем? Реально сносит. Сносит. Чувствуешь? Да. Что-то сегодня витрина такой. Сносит, сносит. Реально. Давай покрепче держи. Да я стараюсь. Ну вон, может, видите, по деревьям. Ребят, я вам отвечаю, я сейчас коробку нес, она как парус. Вот, смотри. Только машину не ударь. Да, главное не пиздануть. Вот. Жесть, какой ветер. Мы сейчас еле ее удержали. Вот, смотри, опять ветер. Да. Не упади! В другую сторону. Оставляю ее как-нибудь так, чтобы ее не унесло. Зато весело было, да? Вообще.